И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Worlds, а также на Генезисе. Сегодня мы пойдем куда-нибудь в вулканический биом. Почему туда? Ну, во-первых, я на него сейчас первым тыкнул. Вот, а во-вторых, я так стрел замес в магме. Не хочу, и почему-то не переключил биом, а продолжил листать дальше. Прямо со сковородки. Миссия вроде бы здесь собрать путь к вершине. А, здесь просто не отображается. Это типа сопроводить. Какое говно. А, так а что, все что ли остается? Три миссии? И тише, посадишь. Ну, реально три миссии остается. Ну хорошо, так что да, есть смысл добить, хотя, блин, вот лунный биом, там еще дофига всего. Дофига всего еще нужно пройти. Это вообще-то отвратительно. Отбиваться от натисков. Ой, это я прям боюсь представить, что меня там ждет. Какая жопа. Ах, даже боюсь представить. Так, ладно. Погнали. Кого возьмем? Да номер 2 надо прокачивать, чтобы он был помощнее, посильнее. Почему он? Потому что, так как у меня у выращенных, из выращенных рексов только один самец. Так получилось. Вот, нужно его максимум прокачивать, потому что я буду бегать на нем. Чтобы они все бегали вот вокруг, короче, все дела. То есть, чтобы всегда на моем рексе был этот... Ну вот этот эффект, как пара, все дела, вот это вот это все, короче. Ладно, ну вы поняли, короче, поняли, это главное. Вот, поэтому нужно будет его подпрокачать больше всех. Да, Астроцетус когда-нибудь я вытащу, когда получу седло. Я его когда-нибудь вытащу и надену в него седло. Но по ходу дела, хоть там и было где-то сказано или написано, что седло на него падает с какой-то миссии, но что-то я миссию уже подходит к концу, миссии почти я все прошел, а седла тогда нету. Да, говно, короче, это редкостное. Вулкан! Погнали! Телепортировался через Хелену на Н и... Да, пришел-то куда надо, только миссия-то наверху. И нужно немножечко пройтись вверх. Ой, как тут небезопасно, ёшкин кот. Ну, в общем, да. А я надеялся, что придется меньше ходьбы делать все дела. Да, миссия где-то, короче, вот здесь в углу вообще находится. Шмар! Кошмар. Кстати, да, я же говорил, я все вернул на место. Вот, вот, все. Урон как положено. Меня просто... Я психанул с этой миссией. Я реально, чтобы пройти миссии, я, получается, снежный прошел миссию. Снежную болотную, да. Вот это вот убить всех альфа, я же их прошел. Я прошел их просто сделав себе... О, так что там, извержение вулкана, что ли? Вот, я прошел просто сделав себе урон на 30. То есть у меня по дефолтам настройки урон 3. То есть 3x урон от обычного урона. То есть... вот куда мне нужно было. Вот, а я сделал на 30. И только тогда я смог нормально победить. Ну, там, наверное, на 15 бы хватило бы, но... Ну, вы поняли, во сколько раз мне нужно сделать больше урон, чтобы я мог побежать. Ну, короче, тупизм еще тот редкостный. Да. Повторяю, я сбрасывал себе все эти характеристики. Ну и у меня не получилось победить, у меня все равно не получилось победить. Я себе сделал урон ХП постольку поскольку, там в броньке все дела оделся, вот это вот и все. Все равно не получилось победить. Поэтому, извините, только так смог пройти. Так что да, мне еще в лунном биоме это убивать всех. Кошмар. Кошмар, ну ладно. О, зависло. Собака. Ну-ка не лагай, тварь. Ладно, погнали. Да уж, неожиданно где. Ну прям вот там это. Рекс его там своего оставил. Неожиданно. Ну я видел здесь этот, но... Я уже забыл, как сюда добирался, честно. Прям забыл, как я сюда добирался. Вот, но я помню, я сюда приходил пешочком. Изи-бризи.
Не, я не могу мимо пройти, сорян. Так. Гамма. Честно, я вообще без понятия, что здесь за миссия. Но здесь вроде бы типа по иконке также пройтись, собрать этот. Пора немного пошариться. Пособирать. Пособирать. Так, куда? Куда бежим? Куда бежим? А, ёб твою ж за ногу, ну ты серьезно? Я понял. Ёб твою ж за ногу, давай! Я чё знал, что ли, что тут так глубоко? Да приземляйся, ты дурак! Я не знал, что тут так глубоко! Твою мать! Идите в жопу! Офигеть! Господи, прости! Твою мать! Вот это... Нет, ну тут как бы просто сам факт того, что страшно было... Ты такой ныряешь, короче, и утонул в лаве. Ай, ужас. Я просто по факту испугался, такой, какого фига, что делать? А, ну это я тут разгрузился чуть-чуть разгрузился. Угу, нашёл. Ну, слушай, тут да, тут как бы только пешочком можно нормально-то потусить. Ага, туда, окей. Где-то здесь. Ну, блин, ну ладно, такие миссии тоже нормально. Это прям, я бы так сказал, это даже нехило так разноображивает геймплей. То есть... добрый вечер. Вот бы я сейчас прыгнул вниз. Бляха-муха, я тут... В Архейдж играл несколько дней. И у меня вот эта привычка два раза вперед на раз, чтобы разогнаться. А там была привычка... Эту, бляха-муха показалась. Вот, а там у меня была привычка нажать на Shift, чтобы разогнаться. В общем, тупизм еще тот редкостный, когда играешь в разные игры. Но там... Там, короче... Я захотел создать нового персонажа... А удаляется он 7 дней. Ну и... В смысле, да и пошла та игра в жопу. Я пошел в арк. Не, у меня просто было снято несколько выпусков подряд. И как бы думаю, ну отдохнуть от игры стоит. Вот, как бы есть смысл. Но, в общем, отдохнули. Я не то нажал. В общем, отдохнули и замечательно. Так. Наверное, где-то здесь, я не знаю. Да, вот туда. Не, ну тут просто пешком ходить, о чем? Твою мать. Ты серьезно? Чтоб тебе икалось? Вот, я настолько давно эти такие миссии не приходил, что я уже забыл, как они проходят. Прикинь. Я реально, я сейчас чуть пешком не пошел. Вот тормоз. Так, ну и как отсюда спрыгивать? Давай где-нибудь уже есть проход более или менее. Эх, прокачу, чё, привыкать что ли? Оп. Текс. Эх, самое главное вовремя слезть с седла. И не застрять. О, спасибо большое. Большое спасибо, не застрял. О, серьезно? Мне... А, нет, просто... Я думал, там прям что-то серьезное обходить. Не, нифига. Отлично, вперед, вперед, вперед. Вася, 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 стой! Стой, стой, Вася! Отлично. Но бесит они меня. Плюют с какашками и так далее. С зеленой блевотой. Уэээ! Честно, я прям забыл, как эти миссии играются. Это вообще просто... Я с этими миссиями, вот реально, вот
первую миссию такую я проходил в океаническом бионе, и вот там самое легкое было. Ты там в разных плоскостях плаваешь вверх, вниз, слева, вправо. Тебе не нужно вот это вот бегать. Вообще прям кайф. А тут, ё-моё, вот это бежать, чё тут? А, ужас. Шмар. И вот первые миссии, они оказались самые легкие для меня. У меня теперь реально ассоциация именно с океаническим биомом. Вот эти вот миссии вот так пройтись по точкам, поискать что-то. Ну ничего. Здесь где-то вот вроде... О, господи. Ну, извините. Лезете под ноги. Кого-то там затоптал. Так, а здесь еще могу пройти? Вот, а я могу пройти, огонь. Вот, еще посерь, ну конечно. Не, ну это немножко тупо. Это немножко... Да ёб твою ж за ногу. Это больше об скалу ударяюсь, чем это. Это немножко тупо брже, 2000 километров еще за время. Ладно, времени хоть много дали, на том хорошо, спасибо. Но, блин, не отменяет того, что это тупо. Так, погоди. Хоп. А то этих белых точек на экране слишком дофига. А мне, между прочим, эти надо искать. Так. Там ничего нету, сзади. Ну ладно, пошли пешком. Пешочком, пешочком. А вот теперь лучше включим. Ай, ё-моё, хилку сорвал. Ну, пофигу, их все равно дофига. Я чё, перепрыгнул? Отлично, поищем еще. Отлично. А, вот ты где. Здорово, оползень. Пошел ты, пошел ты. Эх, да что мне этот камнепад. Так, где еще? Да ё-моё, я опять два раза дабл держу. Мне не нравится, что он на скалу показывает. Мне это очень сильно не нравится. Вася! Не бери грех на душу, собака! Пошел ты в шоп. А, вот. Стой, 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 стой! Ай, бляха, мох, там надо было привет нажать. 30 шестеренок. О, 300. Ха! Шутки у меня есть заготовленные для этого. 1500. Етешкина радость. Ладно, погнали пешком, пешком, пешком. Заметку увидел, поэтому пешком погнал. Прям сломя голову. Полетели! Заметки! Быстрей! Хоп! Такое ощущение, что это тот самый момент их исчезновения. Ну, по крайней мере, некоторые ученые думают именно так. Они скептически относятся к теории падения астероида и считают, что именно такие массовые извержения, только длящиеся столетия, могли привести к вымиранию динозавров. Жаль, что мы не можем просто подойти и спросить: «Эй, динозавры, что это было? Камень с неба или гора в огне?» Ну слушай, ну я задумался реально, а ведь это все так примерно и выглядит. Прикольно, слушай, блин, вот некоторые заметки, это прям кайф, ты такой, блин, прикольно. То есть вот некоторые заметки прям вот очень сильно даже задумываешься о некоторых вещах. Прикольно. Прикольно, что разрабы сделали так. Эй, здорово. Че там? А, это на бульбушке! Горящий пердак у меня. Я горю, как всегда. Просто так. Так, ну, летать это, конечно, хорошо, но мне нужно на землюшку. Так. Ты серьезно?
Пошел. Просто пошел. А, во, нашел я. Долбанные бульбушки. Ну а как еще назвать это? Пузырики? Нет, это не пузырики, это бульбушка. Бульк, бульк. Ну, бульбушка же. А, фу, 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 нефть, фу. Бля, бля, фу, невкусно. Так, куда теперь? Чтоб вам, твари, мыкалось. Мне теперь наверх подниматься? Вы серьезно? Не, конечно, теоретически я могу взлететь. Теоретически. И горящий пукан! Нет! Это была дерьмовая идея. Ну и пошли вы, короче. Горю! Как? Этот. Ой, да иди ты в баню! Дура! Опять захлебываюсь, прям уж бесячий биом из-за этого. Хотя нет, и болотный тоже бесячий. Там же тоже такая же фигня. Ну блин, ну серьезно! Туда, наверх! Дай как! Дай как! Ой, да пошли вы в жопу! Ладно. Братан, выручай. Надо как-то вот... Надо как-то, короче, что-то туда добраться. Ёшкин кот, ну чё за тупость? Кому пришла идея сначала спуститься в самый низ, а потом такой... А теперь ты поднимаешься наверх. Пара-пара-пам. Бесячая же фигня. В каком биоме было прям адекватно все? То есть это чун-чун-чун-чун, ниже-ниже-ниже-ниже. Все, вроде бы в снежном такая прям была миссия. То есть ты как бы чисто по логике, мать твою, ты в камне застрял, что ли? Обойти не можешь. Точнее, переступить. Переступи через себя. Стань выше. Так, отлично. Вот он, ручеек. Етишь тебя. Ты серьезно? Ты вот сейчас серьезно? Ну, у меня просто вот телепорт стоит. Вот он. Да кто ж знал-то? Ну ладно, чё. Кто ж знал-то? Вы, мать вашу, издеваетесь? Здесь просто была одна точка, оказывается. Не, ну ладно, мне это время обновили, на том уже хорошо. Но я так понял, мне нужно пройти через внутрь. Ну, раз меня так направляют, то есть мне нужно будет пройти сейчас через внутрь пещеры. И, по сути, ну да, да-да-да, вон отметки, они внутри находятся. Здорово! Давно не виделись! Ням-ням-ням. Козлы. О, вот ты-то точно иди в жопу. Вот просто булыжник пошел в задницу. Ну серьезно, меня около этого булыжника тусить. А может, разработчики пойдут в жопу? Простите. Ой. Чуть не ожидал такого урона. Ну чё, реально, туда мне... О, здорово. Так, там точно нигде нету. Серьезно, да? Ты сейчас серьезно говоришь, мне спуститься... Ну, окей. Так, точно не сюда. Так, там точно ничего. Внизу тоже ничего. Ну здорово! Вы что тут делаете? Тапа? Богомолы! Ты же бог... А, нет, скорпионы. А, точно, это же, кажется, богомолов нет. Пошли! Пуху пошли! Урод! Ты че, дурная? Давно вас не встречал. Ей! Давай дружить! А, вот вы где!
Нашел тут. Вот это серьезно! Да вы что, везде что ли? Ой, ты ж козел. Пиу! Пиу, говорю! Отлично! Нафиг! Вот это вот. И столько дают очков за нее мало. Ну, шести. Этих. Шестигранников, господи. Реально, да эти големы только чего стоят. Ты попробуй их завалить, называется. Да какой в жопу себе камень засунь? Пытаешься навестись, он камень собирает. Выкинь этот говно нафиг. Так. Ну, допустим. Отстранись, разойтись. Прошу прощения, извините, простите, извините, простите. Нет, я вовсе не злой ваш сосед. Так, куда мне идти? Туда, куда многие хотят послать. Не пойду. А вот в эту сторону есть смысл сходить. Так. Да, вот туда, наверх. Посторонись, разойдись, не мешайте, пожалуйста, не ходите под ногами. Нет, мне не нужна ваша подписка. Так, вроде бы куда-то сюда. Ой-ой-ой, как много зачищать. Благо время дают дофигища. Надеюсь, на бета-альфе тоже дают дофига времени. Так, туда точно нет. Ага. Какая же тупость. Какой? Третий или четвертый это голем? Ну, как минимум, это будет третий голем, которого я замочу. Да уж. Пошел ты! Плюется он. Чисто как Нео увернулся. Yep. Так, туда точно нет. Туда. Отлично. Какая ж бесячая эта миссия, а? А самый главный прикол хотите? А будет извержение в этот момент, когда тебе нужно будет сюда идти? И все. Обосрись. А не будет у тебя миссия. Ты просто не сможешь ничего сделать. Это, конечно, интересно со стороны разработчиков, чтобы этим тварям икалось. Но что поделаешь? Да ты серьезно? А, во, нашел. Ой, да в жопу себе запули вот этот булыжник. Даже она говорит так грустно. О, второй. Вот это спасибо сразу нашелся. Ох ты, нифига себе, рядом просто. Это кайф. Это, конечно, кайф. А безумные скорпионы. Бегут. Ты ничего не пропустил? Наконец-то, какая же бесячая миссия. Так. Чё-то здесь я смотрю, вообще какая-то шляпа. Ну это гамма, это... слушай, нет, миссия с помпарём. Это вроде бы миссия с помпарём. У меня просто там одна миссия отмечена, которую нужно пройти, и, ну, в которую нужно помпарь выбить, короче. Помпарь обожаю. Обожаю помпарь, но урон на 700. Это штук прям must have. Все дела. Фух. Ну ладно, чё. Погнали миссии проходить. Но за кадром. Если что, для справки, только миссия закончилась, началось извержение. Я не знаю, как оттуда выбираться бы мне бы в нормальных условиях. Но я просто телепортировался. Тупость делать миссии там, где ты можешь просто сдохнуть. Ладно. Пройдем как-нибудь бетку и альфу.
И последняя. Ну, как видите, времечко прям очень, очень сильно впритык. Так, ладно. С вами потом разберусь. Ты ничего не пропустил? Yep. Отлично. 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 Тоже избавился. Фух. Ну, что могу сказать? Тяжело. Очень сильно тяжело. Слушай, нет, что здесь вообще какие-то мне шлемаки понадавали. Это помпарь, походу, дело так, случайно мне выпал. Как и в других каких-то миссиях. Потому что здесь вот какие-то вот шлемаки, шлемаки. Нет, это не та миссия. Я забыл просто, какая там миссия. У меня какая-то миссия в вулканическом биоме есть, за которую мне дадут помпарики хорошие. Ну, это не та миссия. Окей, выяснил, что это не та миссия. Ну, вот как-то так. Ой. Но очень тяжело. Очень тяжело по времени. Время прям очень сильно наступает на пятки. Прям безумно сильно наступает на пятки. Поэтому да, да, такая вот беда. Давай, нафиг все разойдись. И в этот раз хотя бы вулкан не стал бабахать, когда я это стал выбираться наружу. И на том уже спасибо. Вот, как, не как в прошлый раз. Чем? Погнали до альфа. До альфочки пройдем и посмотрим, что я там получу. Начал альфа-миссию. И угадайте, что? Вулкан начал бабахать. Ну, благо, по идее, он к этому моменту, пока я закончу миссию. Точнее, дойду до того момента, где нужно будет... Ай, жопа горит! Нужно будет туда идти. Я надеюсь, что... Вулкан закончит уже свое извержение. Очень на это рассчитываю. Иначе будет чутка попа подгорания. Ай, черт тебя побери, собака долбаная. Давай, цепляйся. Ду, ты. Не, ну вы сейчас это видели? Этот ублюдок просто не хочет цепляться. Прикинь. Ой, да и пошел ты в жопу, ну честно. Вот это, конечно. А может ты пойдешь в задницу со своим остается времени? Ах, ты ж нифига себе. Не, ну это, короче, какая-то сейчас тупость была. Ну и видали, он просто не цепляется. Показывает зеленая полосочка, а цепляется. Ну, кстати, это не первый и не последний случай. Слава богу, это на начале миссии у меня такая. Слушай, на начале миссии, давай сейчас по новой лучше пройду. Ха! В жопу это говно. Ну, а это я хочу вместе с вами попробовать пройти. 3 минуты. 3 минуты мне дают на то, чтобы я пробежался по внутренностям вулкана. Честно, сомневаюсь, прям очень сильно сомневаюсь, что у меня получится. Вот прям настолько все плохо. Потому что сколько я сейчас до этого по бетке, по гамме бегал, у меня сложилось сильное прям впечатление, что времени прям категорически не хватает. Особенно на бетке, сами видели, там у меня буквально минута оставалась. Здесь времени дают еще меньше. Вот, поэтому есть такое впечатление, что у меня просто-напросто не хватит. Особенно то, что мне на бетке попалось, там вообще был маразм полнейший. И сейчас тоже было еще то веселье на предыдущих локациях. Там мне просто пришлось на гору забираться, короче. То есть обойти пешком не получилось бы, даже если бы я захотел. То есть мне там без вариантов нужно было забираться на гору с помощью кирок. И в этом вся основная, пожалуй, была тупость. Вот он. Пытался вызвать Рекса, чтобы с него разглядеть. Сам нашел. Ой, иди нафиг. Прям альфа прям очень жесткая, я вам так скажу, потому что ну прям сильно. Нет, не из-за мобов и так далее. Здесь просто нужно пробежать гигантские расстояния и при всем при этом найти еще вот эти точки. Воу! Добрый вечер. Здорово. Угу. Нет, спасибо. Спасибо, не стоит. Ах, не стоит, говорю. Спасибо. Паутина, мать вашу. Так. О, добрый вечер. Да дурные, что ли, вы совсем? Воу!
Да, тут только с Рексом был, надо было заходить. Вот без вариантов. Тут было без вариантов, надо было с Рексом заходить. Ну ладно, чё. Самый главный вопрос, а я пришёл-то сюда? Точнее, туда, куда нужно? Или нет? Да, туда, куда нужно! Здорово! Вот это чё тут делаешь, а? Какая тварь! А, это ты булыжником своим меня поджёг, что ли? Нифига себе, прикол. Получи. Да ну нафиг! А, не, не булыжником! Офигеть. Офигеть. Офигеть, реально, на бетке было намного все сложнее. Вот честно говорю. На бетке было прям намного все сложнее пройти вот этот участок. Я прям в шоке. Здесь прям сейчас было намного все легче. Либо я уже напрактиковался, так что прям. Фью! А! Какая сволочь стреляла. Так, все. Пора валить до дома. Ну, все, нафиг. Ей! Ну вот честно, если бы не одна поломанная кирка, вторая почти поломанная кирка и третья, сами видите, сколько, я бы не прошел ни бетку, ни альфа. Почему? А там нужно было забираться. Там реально нужно было забираться. Это тупость. Я даже это не знал, но просто уже по рефлексу ложу эти кирки с собой, потому что они всегда могут пригодиться. Черт побери, они очень сильно пригодились. Так, ну эта миссия была на вот эти шапки. Я уже понял, здесь вот шапочки. Очень много шапочек. Ну, возможно, когда-то пригодятся, но вряд ли. Вот металла шапка, которая чинится изи-бризи. И которая не требует электронику за починочку. Ну и бронька дофига и много. Так что да, мне остаются только штанишки, а штанишки, ну, сами понимаете, извините, ну, кенгуру, как я замочу, точнее, наоборот, сопровожу. Я не знаю, что там еще придумать. Мне где-то писали про какую-то миссию, что на носороге проходили. Может, это в той миссии, про которую я жаловался, про кенгуру. Но, честно, я носорогами никогда не бегал, поэтому уж увы. Ну, кстати, надо будет когда-нибудь притомить его, что ли. Я бегал носорогом чисто только поскольку, ну и на миссии. Ёшкин кот. Ну, посмотрите, сколько электроники. Электроники сколько! Красота! Ну, это благодаря миссиям, там, моим веселым. О, здорово. Вот такие пироги. Чё-то у нас металлчик. Ну, вы просто видите, сколько металла, потому что это все благодаря чему, но, естественно, благодаря лунным миссиям. Черт побери, там столько ужас. Честно, знал бы, что у меня будет столько электроники, я бы его никогда бы не создавал, а просто по лунным биомам бегал как можно быстрее. Но, честно, кайф от того, что эта карта меня убедила в том, что я об этой игре всего не знаю. И... так сказать, поставил на тот уровень, как это было в начале выживания в целом в этой игре. То есть, был некий страх чего-то. Страх неизведанного. Такие вот дела. Пожалуй, все-таки в чем-то в этой карте есть плюсы. Ну, я еще на Genesis 2 не играл. Если хоть и плюс есть на Genesis 2, то в жопу Genesis 1. Ну, а на этом я уже с вами буду, пожалуй, печататься. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, не хочешь делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого и добра. Всем пока.